Ice Bucket Challenge – кампания, направленная на повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе и благотворительное финансирование фондов по исследованию этой болезни. Кампания организована в виде флешмоба, в котором люди должны облить себя ведром ледяной воды и сделать пожертвование. Флешмоб нашел отклик во всем мире. Его поддержали известные люди – спортсмены, политики, актеры и музыканты. Правда, правила флешмоба со временем немного интерпретировали. Люди, облившись ледяной водой, просто совершают благотворительные поступки. Раз, два, три! Журналистов телеканала ТТК вызвали на ледяную дуэль члены Темиртауского авиамодельного клуба «Пилотаж». Они, облившись сами, бросили вызов трем организациям, в числе которых велосипедисты и наши корреспонденты. Мы вызываем телерадиокомпанию «Сфера», телерадиокомпанию ТТК и клуб велосипедистов «Шторм» города Темиртау. У вас есть 24 часа. Наши журналисты эстафету приняли и вечером в тот же день облились ледяной водой у здания офиса, призвав присоединиться к ним других. Теперь продолжить движение следует работникам Акимата и компании ArcelorMittal Темиртау. Мы бросаем вызов представителям городского Акимата в лице Татьяны Михайловны Куриной, Сергея Николаевича Тымченко и его команды. Кроме того, мы бросаем вызов представителям администрации ArcelorMittal Темиртау в лице Ива Хмелика, пресс-службы комбината Натальи Высоцкой и Юлии Полазник, а также мы бросаем вызов журналистам 5-го канала «Город Караганда». Не пришлось уговаривать и ребят из экстремального клуба «Шторм», которые также получили вызов. Приехав на одну из сопок у Темиртауского водохранилища, они с удовольствием присоединились к акции, причем участвовали в ней дети. За что? Ос? За что? За шинки Акушин? Уже в ближайшее время велосипедисты отправятся в один из детских домов, где намерены устроить детям настоящий велопраздник. Мальчишки и девчонки смогут покататься на элитных байках и получат в подарок игрушки. Ну а компания ТТК в качестве благотворительного поступка собирает деньги на лекарства для темиртауских детей, больных лейкозом. Средства уже скоро передадут председателю фонда «Дети за жизнь». Анжелика Волкович, Дмитрий Поленов. Новости Темиртау.